Девочки, которые не хотят выйти, ну, не выходят замуж, на самом деле вы не хотите. Это страх взаимоотношений, страх создания отношений с мужчиной, страх родов. И это очень сильно откладывается в район матки. Из этого матка становится холодная. Для тех, для кого секрет это большой, если вы положите руку в район вот ниже пупка, вот чуть-чуть там сантиметров 5, там должна идти пульсация такая. То есть матка стучит как сердце. И если у тебя она не стучит, значит, твоя матка, она, в общем, обиженная, такая женщина, ну, как бы страдает. У мужчины то же самое, то есть руку ложь, должна идти пульсация, это твой пульс жизни. Почему-то он, ну, почему-то он не в сердце, а вот тут. Для того, чтобы начать замечать мужчин, многие говорят, знаете, мужчин нету. Вот в городе их не осталось, вот везде хожу, ни одного не вижу. Есть еще хуже. Хуже, знаете что? Есть мужчина, но мужчина стал мелковат как-то. Какие-то слабые все они. Ну, нормальные мужчины уходят в френд-зону сразу. Они нормальные остаются у тебя, ну типа, ну мудак же ты. И для того, чтобы выйти из этого состояния, из тренинга возьмите 20 воздушных шаров гелевых, которые летают, вот 20. Идите на улицу и раздайте 20 парням, которые тебе понравятся. Просто так подарите. Это не значит то, что ты выйдешь замуж именно за того, к которому ты отдашь шарик. Или он у тебя попросит там телефон, и поэтому вы будете, ну, с ним общаться. Сейчас, секунду. И твоя целевая аудитория. Если ты хочешь выйти замуж за мальчика, раздай мальчика. Детям, да? Если хочешь там пенсионера, вы, ну, раздай пенсионера. То есть твоя целевая аудитория, за кого бы ты хотела выйти замуж. И многие ходят час, два, они не могут раздать, потому что нету портрета, какие мужчины ей нравятся. Вот представь, чем ты, вот что у тебя внутри по отношению к нему. Ты приходишь с шариками, говоришь, вам я даю шарик, а у тебя не берут шарик. Ну, с чем ты вообще к нему подошла? Внутри. Это очень крутое упражнение. Если вы сделаете, вы поймете, насколько это тебя, ну, вот, твое понимание мужчин немножко расширит. Я не буду говорить, давай, выходи замуж, там, мотивировать, там, ништяк. Да? Я вам честно говорю, что одна половина хочет выйти замуж, женщин, вторая не знает, что с этим делать.